И всем привет, с вами Каиса. Я продолжаю играть в GameCube-версию Resident Evil 2. Сценарий Леона мы с вами прошли на нормальном уровне сложности. Теперь сыграем сценарий Б. Продолжение как бы сценария А. Но на этот раз мы будем играть за Клэр Редфилд. Так, вот у нас Клэр. А, нам нужно перейти на историю Клэр. Да, здесь в GameCube-версии это по-другому сделали. Мы можем вот так вот взять просто и перейти. Тут объединили два диска. Так, сейчас я проверю, автоприцел будет, не будет. Так, а какие здесь типы еще есть? А, стоп. А что вот это за тип такой? А, нет, не подходит этот тип. Тогда пусть остается на типе А. Окей. Так, ну что ж, давайте. Начнем сценарий Клэр Б. In the midst of the T-virus outbreak in Raccoon City, Leon Kennedy succeeded in escaping from the city following his encounter with one of the only other survivors, a woman named Ada, a spy seeking the deadly G-virus. However... Ada! Leon was not the sole survivor of the incident. A girl named Claire Redfield was in town on business of her own. She came to uncover the mysterious circumstances of her brother's disappearance, Chris Redfield, a member of the STARS Alpha team. Only now, her mission has become quite simple. Basic survival within the nightmare that was once Raccoon City. Finally here. That guy's a maniac. Why'd he bite me? Hello? Is anyone here? Hello? Hello? Look, I'm sorry I bothered you, okay? Just don't come any closer. Are you listening? Wait, don't shoot. Get down. We can't stay out here. Head to the police station. It'll be a lot safer. There! Buckle up. Okay.
going on? I arrived in town, and the whole place went insane. The radio's out. You're a cop, right? Yeah, first day on the job. Great, huh? Name's Leon Kennedy. Nice to meet you. Mine's Claire. Claire Redfield. I came to find my brother, Chris. Hey, could you open the glove box? Sure. There's a gun inside. Better take it with you. Okay? Still in one piece. That maniac's gonna ram us! I'll meet you there. Okay. Так, мы начинаем играть за Клэр. Сценарий Б. Так, зомби пошли нафиг все. Вы мне не интересны. Так, заходим в дверь. Здесь нам надо взять быстро ключ. Берем быстро ключ и валим. Валим, 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 валим. Ребята, вы мне не нужны. Так, выбрасываем ключ и заходим. Так, берем здесь патроны к пистолету. Берем ленту. И идем дальше. Здесь у нас тоже, да, по-моему, зомби? А нужны ли вы мне, ребята? Не нужны вы мне. Так. Тетка отшатнулась быстро отсюда. Так, поднимаемся наверх. Да, и нам показали, что здесь произошло. Что случилось с вертолетом с этим. Так, ладно, бежим отсюда. Там у нас вороны. Здесь зеленая трава, давайте возьмем ее. Берем патроны быстро. И валим, валим. Давайте сюда сходим. Берем еще одну зеленую траву. Спускаемся ниже. Берем еще две зеленых травы. Хотя давайте пока не будем брать, потом. Так, берем патрончики
у трупа. И тут у нас ходит зомби. Берем вентиль. Слышь, мужик, отшатнулся отсюда. А ты чё не понял? Отлично. Так, берем еще ленту. Забегаем вот сюда. Берем патроны к пистолету. Здесь мы еще берем травушки-муравушки. Давайте смешаем. Так, берем еще травы. Все, что ли? Да, здесь две травы было. Здесь у нас 2236. Вводим код. И берем кислотные гранаты. Ну и карту можно взять тоже. Замечательно. Туда мы не пойдем. Не пойдем мы туда, потому что там очень больно будет. Не хочу. Так, возвращаемся. Потихонечку. Надо заг... А, кстати, вот эти травы. Мы не сможем их сейчас взять, потому что место забито, но я про них помню. Ничего, я помню про вас, ребята. Так, пойдемте. Пойдемте сходим сюда. Лизунов мы вообще сейчас игнорим. Они нам не нужны. Они пропадут, потому что в сценарии Клэр Б. Так, ну можно еще пару лет взять. Так, тут файл. Патрончики к пистолету. Замечательно. Давайте уберем что-нибудь. Что-нибудь. Нож уберем. Так, лента лежит тут. Пока уберем это дело мы. Давайте перезарядим пистолет. Сходим пока мы сюда. Нам нужно гранатомет взять. Так, там вот у нас зомби ходит уже. Толпа такая. Давайте спустим аварийную лестницу вниз. Мужик, назад. Лежать. Так, и вот еще толпа. Перестреляем их всех. Отлично. Отлично. Так, ну а ты-то чё не понял? Вот. Ложись спать. Так, и возьмем медаль единорога. Сразу. Так, пойдемте сразу ее отнесем на первый этаж. Здесь у нас закрыто. Да, библиотека у нас закрыта. Спускаемся вниз. Так, берем гранатомет. Лента, не будем брать ее. Да, и у нас нету как, пока карточки, чтобы открыть электронные замки.
Так, вставляем сюда медаль единорога. Отлично, мы берем ключик. Ключик пик. Да, мы не сможем пока туда пройти. Можно сходить сюда, в принципе. Здесь у нас есть Брэд Виккерс. Ходячий. Так, давайте возьмем траву и спускаемся к Брэду. Так, Брэд, ты любишь же гранатки? Не любишь? Ах ты козлина сраная. А, не, любит нормально. Так, здесь берем специальный ключ для гардероба. Траву я взял, окей, все хорошо. Кстати, есть ли тут ракурс? Нету? Ну ладно. Так, теперь бежим мы куда? Поднимаемся наверх. Надо убрать пока ключи, пока они нам не нужны. Надо оставить место под траву. Под траву оставить место. Да, я собираюсь гасить всех тиранов. Не убегать от них, а именно гасить. Так, уберем ключи. Нож, иди в другое место, до челленджа, сейчас ты не нужен. Так, гранаты, идите ко мне. Две травы я там возьму, в принципе. Ну, в принципе, так нормально будет. Так, что у нас получается? Я думаю, лучше кислотный зарядить сейчас. Пойдемте тушить пожар. А, нет, сначала заберем траву, да. Так, лизуны, отвалите от меня. Да, заберем две травы. Так, одна. Смешаем. Еще одна. Так, теперь как-нибудь по-быстрому мы пробежим ворон, чтобы они меня не вшатали. Фух, сколько их тут было-то, а? Так, идем крутить эту штуку. Вентиль. И тушим. Тушим пожар. Отлично. Берем в руки гранатомет, заряженный кислотными гранатами. Так, что у нас здесь? А, отлично, отлично. Играет отлично. 6 кислотных гранат. Как раз, кстати, будет против тирана сейчас. Да, смотрим заставку.
Да, вот оно. Тиран. Мистер Рикс. И заходим. Все, проход заломило. И появился тиран. Вшатываем его гранатами. Отлично, 5 гранат ему кислотных надо, чтобы он упал. Так, а у него мы берем патроны к пистолету. 30 штук. Замечательно. Так, возвращаем пистолет. Так, а этого мужика я же обчищал, да? Ну да. Что это? Я так туплю. Бежим сюда. Да, только тиран встает. Вот мы видим. Ну да, первую схватку я по его одолел. Это как с Немезисом, в принципе. Так, 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 так. Давайте зайдем вот сюда. Выложимся. Гранатомет, ты пока отдыхай. Травы тоже. Вентиль, пока ты не нужен. Так, там бы зажигалка и камушки бы нужны были бы. Нужны были бы. Там будет лизун. Это нехорошо. Ну ладно, в принципе, пока что можно и так туда побежать. Лизуна мы обхитрим. Да, вот из-за этой катсцены исчезли здесь лизуны. Так, а что у нас здесь есть? Вообще, мне вот интересно. Тут у нас есть лента, да? Не нужна ты мне. Так, берем карточку. Лизун, потом, потом. Все потом. Я еще вернусь, да, в эту комнату. Но это будет позже. Сейчас пока идем открывать двери, которые на электронный замок закрыты. Возьмем ключик. Ключик, 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 ключик. В принципе, хотя ладно, этот потом мы возьмем, можем в любой момент его взять. Так, пойдемте применять карточку. Спускаемся вниз по лестнице. Отлично. А знаете, что я подумал? А пойдемте через второй этаж. Не по первому, а по второму. Через библиотеку сразу. Да, я вызову нехороший скрипт. Ну, ну и пусть. Пусть будет так. Что это значит? А это значит, нам будет здесь веселее. Тут будут зомби, а не просто пустой коридор. И тут тоже будут зомби, а не собаки. Не собака, точнее, одна. И весь подвал будет в зомби.
Ха-ха-ха, какой я нехороший. Так, давайте черт, я съел траву. Зачем? Ну ладно. Случайно нажал. Ну ладно, что ж поделать. Так, давайте сразу тогда сделаем то, что нам нужно. Вот эту головоломочку решим. Вправо. Вправо. И возьмем вот эту вот первую пластину. Замечательно. Так, пошли отсюда. Кто тут у нас? Клэр. А тут у нас зомби. Толпа. Толпа зомби. Расстреливаем всю толпу. Лежать всем. Так, всю толпу расстреляли, обалдеть можно. Ну ничего, ничего, патронов у нас еще много. Так, тут еще, кажется, сейчас возьмем мы патроны. Или не возьмем. А, не возьмем, ну ладно. Да, непривычно я для себя пошел обратным маршрутом. Тут сейчас тоже зомби будут. А, нет, тут не будет зомби. Да, тут их не будет. Так, ну что ж, зайдем мы в офис Старс. Леон. It's good to see you're still among the living. It looks like we're not gonna find your brother here after all. Да, и мы вызвали катсцену. There's no reason for us to stay any longer than necessary. Let's split up, look for any survivors, and get out of here. Right. One last thing. Here's a radio. Take it. That way we can keep in touch if anything happens. That way we can keep in touch if anything happens. Да, это та самая катсцена. Так, берем здесь арбалет. Что мы еще здесь берем? Берем мы здесь ключ. Бубны. Замечательно. Так, есть ли здесь патроны? Должны быть. Или нет? Или не должны быть? Нет, похоже, их тут не нету. Леон их уже свистнул. Ладно. Так, нам приходит этот. Так, ну, забираем все, уходим отсюда. Леона мы встретили. Ты придурок. Ты чё детей пугаешь, а? Придурок. Так, что будет, если я побегу в сторону Шерри? А ничего не будет, да? Ну
да, вон туда бы она убежала. Нет, нам в другую сторону совсем. Нам совсем в другую сторону. Толкаем здесь статуи. Так. И это туда. Первый камушек мы возьмем. Да, у нас еще нет зажигалки. Надо будет ее взять. Так, вот первый камушек. Берем камушек. Кстати, тут патронов водится. Все в порядке. Так, а тут толпа, да? Спускаемся вниз. Ух, мать моя! Бежать всем, я сказал. А где еще-то один? Что, думаешь, такой самый умный? Он думает, что он самый умный. Так, давайте сперва сходим вот сюда мы. Сходим сперва. Кто у нас здесь сейчас будет? Вот, ты уже тут? Автокозел. Нифига себе, он оказывается здесь сразу? Ха. То есть скрипта этого не будет? Ты чё, охренел что ли? Так, перезарядка. Нет у нас зажигалки. Ушатываем этого типа. Так, в следующей комнате тоже будет толпа. Но ничего страшного. Ах ты козлина. Ну ладно, это фигня. Так, что у нас там с патронами? Куда ты прёшь, козёл? Ну, ляж быстро. Давайте откроем эту дверь и выбросим ключ. Так, здесь трава есть. Замечательно. Берём траву, смешиваем. Так, а я вот не помню, а что у нас тут будет, зажигалка или рукоятка? Да, здесь есть рапорт. Толкаем мы вот эту мы стремянку. А, вот тут зажигалка, отлично. Значит, второй камушек мы быстро возьмем. Так, теперь слазим.
Так, надо убрать, пойти всякую хрень. Так, мужик, у тебя есть же патроны? Есть. Так, ты тут один был? Сдох, молодец. Так, идем сюда. Тут сейчас тоже будет толпа. Так, еще один сюда подходит. Ну пошел вон отсюда. Так, замечательно, всех вшатали. Давайте уберем пока что мы вот эту штуку. Вот эту штуку. Смесь уберем. Ключ бубны. Так, ну тут можно взять за меморандум. А, и откроем вот тут или... А, нет, вот, за Клэр тут спрей. Нет. Спрей нам не нужен. Пойдемте возьмем тогда второй камушек. Зачислили тут всех. Второй камушек. Где ты? Ты здесь, да. Не помню, будут ли патроны. Файла нет никакого. А, нет, файл есть. Есть ли патроны? Есть патроны. Отлично. Так, поджигаем. И берем красный камень. Второй. Значит, тоже будут зомби скоро. Много. Так, выходим отсюда. Да, давайте сходим в комнату сохранения, переоденемся. А то что это мы не переодеты? Две травы тут еще. Замечательно, берем их. Берем их и уберем их. Так, патроны. Патроны, это замечательно. Файл. Пусть будет. Так, зажигалка нам точно не скоро понадобится. Убираем пока травы. Ключ, дайте мне ключ. Гранаты. Стоит ли их вообще брать сейчас? Не думаю, что стоит. Я сейчас переоденусь. И тут есть пистолет. Другой пистолет. Который я, конечно же, возьму. Вот этот вот Кольт САА. Нет. Оригинальный костюм мне не нужен. Так, а тут у нас что? Непонятно. Так, два пистолета, два. Думаю, сперва вот этот надо дострелять. Ладно, пошлите искать приключения. Нам вот сюда. Вот прям вот сюда. Нам.
Так, ну тут фотопленка, она нам не нужна. Вот эта вещь. А, определенно, арбалетные стрелы. Нам надо вот здесь вот взять. Что это у нас такое? Это пластиковая бомба. Нужен детонатор. Так, открываем здесь дверь. Три, четыре. Лежать. Лежать, сказал всем. Всем лежать. Чё непонятного? Ну ляж. Так, берем детонатор и смешиваем теперь. Отлично. Так, что у нас здесь есть? Патроны. Патроны — это хорошо. Записка. Это тоже хорошо. Трава. Это тоже хорошо. Так, все ли мы тут взяли? Вроде бы все. Открываем здесь дверь. Я подумываю сходить, зачистить то большое помещение сразу с зомби. Сейчас только я арбалет возьму, наготове буду с ним. Потому что прям возле двери прям будет. Надо ему прям сразу всадить из арбалета. Один идет сзади где-то. Так. Так, отлично. Отлично. Ага, всех. Нет, тут один остался. Товарищ. Что такой хитрый, думаешь, да? Так, не знаю, есть ли смысл идти туда, потому что у меня может не хватить тупо места. Может не хватить, да, надо было убрать хотя бы первый пистолет. Да и пластид тоже. Давайте уберем. Да, время мое идет, конечно, оно тут ограничено. По-моему, тут как раз 3 часа. Так, убираем пистолет. Арбалет оставляем пока что. Убираем вот это пока что. Трава, иди тоже вот сюда. Так, что нам там нужно? А я не помню, что нам там нужно. Провод, по-моему, там будет. Но зачем он? Вот я не знаю. Не, провод я вообще брать не буду, это бесполезная хрень. Траву пока оставлю. На случай, если там будешь много всего предметов там. Так, кто у нас здесь? Никого же? Да, здесь у нас никого. Да, вот открываем вот эту вот дверь. Выбрасываем ключ. Красная трава у нас здесь есть. Отлично, берем ее. Так, а тут у нас, по-моему, лизун, да?
Лизун. А ты что-нибудь охраняешь, Лизун? Или просто так тут? А, патрончики есть. Отлично. Я не уверен, что есть еще что-то. Ладно, давайте его вшатаем. И узнаем. Если тут не было никакого смысла, да, его убивать. Ну ладно. Ладно, черт бы с ним. Две стрелы, это не страшно. Идем мы вот сюда. А мне вот интересно, если я спрей пощупаю, этот лизун вернется или нет? Нет. Наверное. Так, мы взяли вот эту вот штуку. Она, безусловно, нам понадобится. Сейчас мы куда идем? Траву я здесь оставил. Надо бы ее взять и смешать с красной. А сейчас мы идем... Вот сюда мы идем. Да. Ах ты, падла, откуда? Я же вас зачищал. Уроды вас сраные. Козлы вонючие, это было неожиданно. Я же их зачищал, они опять респаунились. Слышь ты. Козлина. Не, ну вот не козлина, а. Так, и этот бук больше здесь не валяется, кстати говоря. Ну ладно, ладно. Так, нам вот сюда надо идти. Вот сюда. Теперь в комнату сохранения. Так, давайте сходим за нашей взрывчаткой. А, камушки еще можно вставить сразу. Надо арбалет взять. Потому что там лизун. Арбалет у нас взят, в принципе. Так, есть одиночная трава, если что. Так, вот эту штуку берем. Вот эти штуки надо будет еще взять. Надо будет их взять. Ладно, вернемся мы сюда. Сейчас сходим, ушатнем лизуна. Хочу просто избавиться от ненужных предметов. Так. Лизун, я про тебя помню, дорогой. Ты думаешь, я про тебя забыл? Ну где ты? Давай, давай. Да, лошара. Так, первый камень и второй камень.
Так, берем здесь половинку вот этой пластины. Надо еще половинку будет потом найти. Так, давайте взорвем вот этот вот проход. Возьмем две пластины. Половинку уберем. Она сейчас бесполезна. Сама по себе. Патроны заканчиваются. Так, больше же нам ничего не надо брать такого. Да вроде нет. А, ну ничего, у Клэр будет же автомат. Точно, Леон же ей оставил. Тогда все нормально. Да, тут сейчас будет катсцена. Who are you? No, don't bother telling me. It makes no difference. You'll end up just like all the others. That's the mayor's daughter. I was told to look after her, but I failed miserably. Just look at her. She was a true beauty. Her skin nothing short of perfection. But it will soon putrefy, and she will turn into a zombie within the hour, like all the others. There must be some way to stop it. In a manner of speaking, there is. Either by putting a bullet through her brain, or by decapitating her completely. And to think that taxidermy used to be my hobby. But no longer. Please. I'd really like to be alone now. Так, все, он больше не хочет с нами разговаривать. Идем вот сюда. Сейчас будет еще катсцена. Так, так, так. Берем файл. Шерри, ты тут. Я знаю, ты тут. Не прячься. Включаем свет. Wait. Let me go. Easy, easy there. I'm not a zombie. You're safe now. My name's Claire. What's yours? Sherry. Do you know where your parents are? They both work at the Umbrella Chemical Plant, near the city limits. The chemical plant? Then what are you doing here? My mom called and told me to go to the police station because it was too dangerous to stay at home. From the look of things, I'd say she was probably right. But it's dangerous here as well. You'd better come with me. But there's something out there. I don't know what it is, but I saw it. Much larger than any of those zombies. And it's coming after me. What was that? That's what I was telling you about. It's here. Sherry, wait. Так, берем мы здесь пачку пистолетных патронов. Замечательно. И валим отсюда. Больше тут ничегошеньки нету. Я думаю, подвал мы уже со следующей серии начнем. Эта серия и так, мне кажется, затянулась. Давайте вставим вот эти две пластины.
chief? Да, шеф нас покинул куда-то. Берем ключ червы. Так, вот сюда вставляем пластины. Отлично. Хотя, ладно, в подвале тогда закончим серию перед игрой за Шерри. Сейчас побежали тогда туда. Не буду я выключать. Так, что нам там нужно? Что нам там нужно? А чё, я стрелы убрал или уже истратил? Нам нужно сюда. Бежать. Да, стрелы у меня, видать, закончились. Просто. Напросто. Там сейчас будет толпа зомби. Я бы даже сказал, два помещения с толпой зомби. Я сам этого захотел, поэтому мог этого избежать. Но как-то захотелось нестандартно пройти. Так, используем ключ и заходим. Так, как вы стоите, ребята? А, ты тут, да? Да что ж такое? Ты будешь сегодня лежать? Так, берем две травы. Патроны заканчиваются. Всем лежать, я сказал. Всем. Так, что у нас здесь? Гранаты. Отлично. Гранаты — это прекрасно. Просто. Так, три травы у нас. Спускаемся в подвал. Здесь сейчас у нас будут зомбики. Да, они будут здесь. Берем патроны. Так, что у нас там? Два патрона всего остается. Так, и один зомбик еще живой. Гад живучий. Так, стоит ли нам туда сходить? Так, куда бы нам сходить? Куда бы? Слышь, ты, иди сюда. Вот так. Че, я думаешь, церемониться буду? Так, кто у нас здесь? Пока никого. Да, пока все тихо. Машина стоит. Можно взять здесь быстро траву, чтобы потом про нее не думать. Да, дефицит начался, дефицит. Но ничего, ничего. У нас будет уже скоро автомат, так что все пройдет. Давайте сюда сразу сходим. Тоже тут травы есть, энергию дадим. Так, берем эту траву. Отлично. Отлично, взяли.
Ну, я не знаю, насчет карты. Ну ладно, пусть будет, в принципе. Так, вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Все, осталось только карточку вставить. Так, а там у нас собаки. Собаки. А собаки это... Тот еще головняк. Ладно. Кстати, а как у нас собаки арбалет любят? Я что-то забыл. Проверить или не проверить? Давайте потом. Я гранатомет лучше возьму. Так, заходим в комнату сохранения. Тут же у нас ничего не лежит. Ну да, ничего у нас тут не лежит. Тогда заходим. Так, заходим. Тут у нас есть лента. Давайте выложимся. Куча смесей. Еще даже что-то и не смешал я. Так, гранаты. Так, где моя лента? Иди-ка сюда. Так, сохраняемся. И закончим на этом данную серию. Так, давайте на первый слот сохранимся. Отлично. Я благодарю вас всех за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и увидимся в следующих сериях. Пока-пока.